Привет, мальчики и девочки, меня зовут Василий Захаров. За кадром мне, как всегда, помогает Евграф. И сегодня мы будем делать коктейль Gin Sour, но не просто Gin Sour, а джин, настойный на фейхуе. Шуточки можно сразу постить. Да, давайте, все формы слова фейхуа. Фейхуевый джин там и так далее. Я принес заготовочку джин на фейхуа, сделал как то. И мне очень понравился, и я уже там делился в инстаграмах всякими своими там экспериментами. И, соответственно, вот теперь мы в Едим ТВ решили тоже запилить такой выпуск. Охладим бокальчик и охладим наш шейкер сразу. И приступим к сборке. Значит, начнем мы, пожалуй, с фреша лайма. Фреша лайма мы надавим, наверное, примерно где-то 30 мл. Каждый раз, когда я экспериментирую с этим прекрасным джином дома, я все время делаю что-то по-разному, поэтому прям выверенных таких рецептов у меня с собой нет. Я пробовал с лимоном сочетания всякие, даже с бурбоном пробовал сочетание вот этого джина. Вот она есть, тридцаточка наша. Дальше мы возьмем сироп. Сиропы мы сегодня используем Sweet Fill. Это спонсор наших выпусков. В качестве сиропа мы будем использовать тоже фейхуа. Соответственно, почему? Потому что мы вот хотим сделать только джин и только фейхуа. Как вкусно пахнет же отсюда. Даже я своим забитым носом это прям открыл и чувствую. Очень вкусно пахнет. И это все почему? Это потому что у ребят натуральная ароматика. Они используют только натуральную ароматику. Никаких искусственных штук нету. 20 миллилитров сиропа я добавил. Я еще вот хотел лайм-лимон туда же, но пока воздержимся. Я сейчас намешаю, мы попробуем. Ну, я попробую в одно лицо. Если с балансом все окей, то, наверное, будем уже шейковать. И около, наверное, 60, давайте попробуем, миллилитров использовать джина, настойного на фейхуа. А ты рассказывал, как там настаивать? Я что-то прослушал. Да как, очень просто. Взял фейхуа, покромсал на 3-4 части. Ну, почистил, покромсал на 3-4 части и залил джином. Все, тупо. Залил вот сколько у меня там в емкость поместилось, вот я залил вот вровень. Ну, типа я настаивал. А фейхуа напихал тоже по максимуму? Да, за 2-3 дня он, в принципе, уже дает прекрасную ароматику и вкус. Нужно только убирать его с солнечного света, потому что он был совсем светлый, сейчас он потемнел. Но это вот, от света, это как, знаешь, вот как яблочко. Окисляется там что-то, наверное. Да. Так, мы сейчас посмотрим, что у нас тут с балансом. Мне показалось, что нужно добавить чуть-чуть еще сладенького сиропа. Мы еще раз обратимся к Sweet Fill'у и буквально еще миллилитров 10, итого у нас получится в равных частях фактически мы будем использовать кислую и сладкую части. Получается, что мы, в принципе, можем просто джин и сироп фейхуа использовать? Ну, можно, да. Да, без всяких там настоек на солнце. Выльем водичку, которая у нас там растаяла. Это мы тоже все уничтожаем. И дабл стрейн в наш подготовленный бокал. И украсим мы завиточком таким вот красивым лайма, так как лайм у нас там присутствует. Так просто для красоты. Держи, отведай. Отведаю. Произведение барного искусства. Вкусно пахнет? Фихуёй. Пахнет очень даже не фейхуёво. Ну или наоборот фейхуёво, смотря. Я ароматика мне очень понравилась, кстати. Я вот до этого их фейхуа сироп не пробовал. Ого. Пробовал другие. Прям фейхуёсть такая прям. Фейхуёчность. Но вы, ребята, если задумаете повторить, что летом-то скоро уже сезон фейхуа настанет. Главное долго не держать все это дело на открытом воздухе и чтобы это не контактировало все со светом, желательно в темные бутылочки. И побыстрее встреблять, потому что оно так не так долго и хранится на самом-то деле. Классно, на самом деле. А теперь попробует Василий. И удивление у него в глазах.
Неплохо. Да. Удивился Василий. Да. Нет, ну, хороший коктейль. И, в принципе, не обязательно использовать даже этот настоянный на фейхуе джин. Можно обычный джин и сироп фейхуа. И вообще норм. Ну, я так не пробовал, но я уверен, что да. Я много игрался с вот этими всякими вариациями. Делал и на лимоне, и делал с разными сиропами. И, повторюсь, даже с бурбоном смешивал. С белком мне еще нравится. Я просто помню твою любовь к яйцам. Поэтому, как бы, ок, сегодня без них. Но, по сути, детская это... Детская травма у меня просто. Такой, да, фейхуа сауэр. Вот так вот. Можно назвать его, наверное, так. Фейхуа сауэр. Пусть он так у нас называется. И вот такой вот простой, легкий коктейльчик для тех, у кого есть чуть терпения настоять. Буквально, кстати, ну, насчет настоять, там, типа, 3-4 дня уже все начинает раскрываться. Здорово, замечательно. И, кстати говоря, мне кажется, те, кто не любит джин, тоже им подойдет этот коктейль, потому да, что он там не чувствуется. Да, потому что я-то не люблю, как бы, джин, как вы помните. Ну, как не фанат. А тут прям и джин полюбить недолго. То есть он изменяет полностью, типа, продукт этот. Прям кардинально. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе, в Инстаграме. В Ютубе у нас есть лайв-канал еще. Во ВКонтакте есть у меня еще группа «Настоящие бармены», куда тоже можно подписываться, покупать там весь барный инвентарь. Спасибо бару «Боб Смокер» за то, что приютил, и сиропом «Sweet Feel» за предоставление хорошего качественного продукта нам на съемке. Меня зовут Василий Захаров. Мне за кадром помогал, как всегда, Евграф. До скорых встреч, ребятки. Пока. Я принес заготовочку из дому Вестима. Заготовочку джин сауэр. На фейхуа. Да, собственно, пьем. Заготовочку джин на фейхуя. На фейхуя. Джин на фейхуе. Фейхуа, оно не склоняется. Да.